Ну вот, новогодний праздник для детишек на секции тенниса. И Елена Олеговна выстраивает боевые порядки, дает задачи. Сегодня будет много всего интересного. А вот и болельщики, по всей видимости, это родители, которые будут, конечно же, сегодня болеть, переживать в этом спортивном новогоднем состязании. Так даются последние наставления старшим ученикам. И, по всей видимости, скоро начнется состязания. Дети будут поделены на несколько команд. И так мы будем встречать Новый год. Вот началась разминка. Родители тоже выстраиваются. По всей видимости, они тоже будут готовиться к состязанию. Разминка серьезная. Пробежка не менее 20 километров. Но вот и родители тоже были задействованы в разминке. По всей видимости, одна из команд будет команда родителей. Но Елена Олеговна, серьезный подход к тренировке. Шел второй час разминки. Родители в полной боевой готовности и следуют за тренером. А дети также. Вот пробежка закончена, и сейчас начнутся дыхательные упражнения. Итак, мы видим, что родители более организованы. Но сейчас с помощью тренера будут организованы и дети.